Казахстане введут понятие «дистанционная работа». Поправки в Трудовой кодекс в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса. Таким образом, в стране при необходимости будет действовать комбинированный режим. Кроме того, закрепят нормы по учету рабочего времени, во время которого сотрудник должен находиться на связи. Отмечается, что дистанционно человек может работать как постоянно, так и во время чрезвычайного или военного положения. В свою очередь, работодатель будет обязан обеспечить работников средствами коммуникации и возместить расходы. По информации Министерства труда и социальной защиты, из-за пандемии коронавируса в Казахстане в 2020 году на удаленную работу в среднем перешли до 70% работников.